In this lecture, we'll have some practice. No grammar, just talk, like in real life. Asking out to the cinema. Пригласить в кино. Привет. Как дела? Привет. Хорошо, а у тебя? Тоже хорошо. На этой неделе много отличных фильмов в кино. Давай сходим на одного из них. Я за. Давно уже не была в кино. А когда точно? В пятницу в 7 вечера. Я заберу тебя. Договорились. Тогда увидимся. Probably you have noticed the word давай. It's very practical in Russian slang and it has more meanings. So let's take a look how we can use it. First meaning. Let's. Давай сходим в кино. Let's go to the cinema. Second meaning. Come on. Давай, быстрее. Come on, hurry up. Third meaning. Okay, sure. Оставим все как есть. Давай. Shall we leave everything as it is? Okay, sure. Fourth meaning. Bye. Давай, до завтра. Bye, see you tomorrow. In the cinema. В кино. Какой фильм тебе нравится? Вообще я люблю боевики. И поскольку я слышала, последняя часть «Форсажа» очень интересная, я бы выбрала этот фильм, если ты не против. Я не сомневаюсь в твоем выборе. Надеюсь, тебе понравится. Определенно мне понравится. Отлично. Не могу дождаться начала фильма. Now you can ask your friends or loved ones out for a movie night in Russian. See you in the next lecture. Пока-пока.